Привет, мой друг. Ты на канале 8Gor, и вот, пожалуйста, специально для тебя мини-головоломка. Правильно, спидран от Алисы. 47-й. Наша подруга Сьюзан отправляет вас в Марракеш. Дело в том, что ее пикник в честь переезда был сорван 5 неожиданными гостями, которые сегодня организовали закрытую вечеринку в кальяны Марракеша. Что за нахалы? Сьюзен думает, что настало время для мести. И что эти гости сказали в свою защиту на сорванной вечеринке? Это случайность, так бывает. Почему бы не использовать их слова? Сама месть не заставит себя долго ждать. Хорошей охоты. 47-й. Зачем я взял с собой этот баллон, я пока понятия не имею. Для устранения первой цели мне понадобится всего лишь навсего рвотный шприц. Да. Эх. Представляю, как этой дамочке было неудобно передо мной. Я решил убежать, чтобы не мешать ей делать свои дела. Но я чуть не забыл, что это моя цель, и по условиям контракта я должен организовать несчастный случай. Самое быстрое снятие косметики только у нас в салоне. Далее мы прячем труп, чтобы у нас не было никаких проблем, и бежим за целью под номером 2. Чуть не забыл наш реликвенный баллон. Пока мы вызывали дерьмо демона, наша вторая цель уже почти подошла к точке эвакуации под названием «Прямиком водилище». Напоследок она попробует абрикосов, а мы тем временем активируем наш баллон. Ставлю 5 баксов, что она закурит именно в этом месте. Я должен вам признаться, я не могу жить без этого баллона. Иди ко мне, моя прелесть. Третью цель можно было намного интереснее убить с помощью вывески, которая висит над этим входом. Но признаюсь честно, после сотого раза игры в эту миссию у меня сдали нервы. Куда бы тебя положить? Мой баллончик ляжет на подушечку. А тем временем наша курильщица доигралась. Мне совсем не нравится этот кипиш. Почему она на меня так смотрит? Наверное, потому что я просто сижу. Так, ладно. Ладно, я выйду. Хорошо. Вот, наконец-то. Очень громко и очень страшно. Пожалуй, я свалю отсюда. Пока ее все оплакивают, я побегу к четвертой цели. У нашей первой мученицы, у которой я забрал пропуск, я должен отдать именно этой зефирке. Вот, пожалуйста, мой мультипаспорт. Да ты даже не посмотрел на него, тоже мне работник. Здесь одно из самых интересных. Наша цель сидит и курит кальянчик. Но в окружении двух других людей. Мы должны его отвлечь. И делаем это беспроигрышным способом. А ну фишт отсюда. Снова добавляем рвотный яд. Приятного аппетита. И ждем нашу цель. Вообще кальян курили двое. Наша цель и человек в шляпе. Поэтому, чтобы нашему герою досталась двойная порция, мы стопорим шляпочника. Кто-то мне подсказывает, что это его баба. Ай-яй-яй, как некрасиво. Кстати, рассказываю прикол. Если этот туалет занят, то он пойдет в другой туалет, где мы разобрались с первой целью. Но после того, как я в него зашел, наша цель пошла в другой туалет. Интересно, из-за того, что я в него зашел или нет? Ну и ладно, нам ближе будет. Упс, пардонте. Братуха, позволь, я тебе помогу. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Ну и конечно, как я могу завершить свое дело без помощи моего пропанчика? Вы слышали этот голос, да? Так, что-то я перестарался, баллона не видно. Ладно, мужик, ты терпи, сейчас я все поправлю. Аллилуйя. Вот и все, друзья. Осталось добежать до выхода, и первое место мое.